Денис. Ему просто промыли мозги. Убейте ее! Это не он. Она чудовище! Это война, Китнис. Здесь ничего личного. Кто-кто, уж ты-то должна знать. Уж я-то знаю. Убийство — это всегда личное. Мы взорвали вашу шахту. Вы сожгли мой дистрикт дотла. У нас все причины убить друг друга. Они хотят не освободить нас. Они хотят уничтожить наш образ жизни. Хочешь меня убить, стреляй. Давай порадуй снова. Мне уже надоело уничтожать его рабов. Я ему не раб. А я да. Поэтому я убила Катона. Он убил Цепа. А Цеп убил Мирту. Смерть так и идет по кругу. А кто в выигрыше? Только Сноу. Великая эпоха подходит к своему концу. Мне надоело быть пешкой в его игре. Дистрикт 12, Дистрикт 2. Нам незачем воевать. Войну нам навязал Капитолий. Зачем нам быть врагами? Мы соседи. Мы семья. Эти люди нам не враги! У нас с вами один враг! У меня объявление. Я приняла на себя груз и честь занять должность временного президента Панема. Временного? А это как? Насколько временного? Мы не можем знать наверняка. Он заставил убивать лучших из нас! Хватит убивать для него! Сегодня днем мы казним Сноу. Сотни его приспешников также ожидают казни. Чиновники, миротворцы, палачи, распорядители игр. Опасность в том, что стоит нам начать, повстанцы не прекратят призывать к возмездию. Жажду крови очень трудно удовлетворить. Мы удовлетворим жажду мести без излишних людских жертв. Сегодня мы обратим наше оружие на Капитолий. Хватит считать друг друга врагами. Война закончена. Наступили чудесные времена, когда все согласны не повторять зверств. Мы столько перестрадали. Но и в память о других, и для наших детей, мы обязаны быть счастливыми. Надеюсь, и вы обретете мир. Конечно, мы всего лишь жалкие людишки с короткой памятью и даром к саморазрушению. Впрочем, как знать, может, на этот раз мы научимся. Мы с тобой такие. Вечно спасаем друг друга. Тебе кошмар приснился? Мне они тоже снятся. Когда-нибудь я объясню тебе, откуда они и почему со мной навсегда. Я знаю секрет, как их пережить. Я просто вспоминаю все хорошее, что я видела в жизни. Даже самую маленькую мелочь. Это как игра. Я играю снова и снова. Она надоела мне много лет назад, но бывают игры гораздо хуже.
Сегодня мы обратим наше оружие на Капитолий!